Только в «Союз обувь» вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, ведь настоящие холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. Это предновогоднее обращение тепловиков заменить еще 40 километров труб с минимальными отключениями воды потребители пока восприняли без особого оптимизма. Правда, пообещали они это не себе, а администрации Кирова. Это закреплено в их контракте. А что пообещали кировчане сами себе в новом году и какие дали клятвы, узнал сегодня Антон Данченко. Новый год для каждого человека – это повод дать себе какое-то обещание. Вы себе на будущий год уже дали какое-нибудь обещание? Прожить. 21-й. Да. В принципе, это обещание на каждый год можно использовать. Ведь с возрастом все шансы уменьшаются и уменьшаются. Встретимся ровно через год, я узнаю, да, это же обещание, да? И вырастить еще на огороде хороший урожай. Найти новую работу. А старая что? Старая в топку? Нет, просто нужно расти дальше. Закончить колледж. Какие усилия будешь для этого прилагать? Начну ходить на учебу. Да. Меньше прогуливаться. Меньше спать придется. Крепись. Постараюсь. Не тупить больше. С 1 января 21 больше не тупить. Да. Пока полмесяца можно потупить еще. Тупим дальше. Наверное, пообещаю себе быть счастливой и дарить счастье и радость своим близким. В этом году все поняли, как важно ценить время рядом со своими родителями, бабушками, дедушками. Мы не знаем, что нас ждет в следующем году. По твоим словам, я могу судить, что в будущем году нас ждет милый бык такой. Надеюсь. Достичь тех результатов, которые хотел достичь в этом? В принципе, если не захочется, можно со следующего на 22-й. Можно 22-й, 23-й, да. Главное не торопиться, да. А делать все с удовольствием, правильно? Согласен, да. Просто жить. Может быть, хотя бы новые носки? Это само собой. Пообещал себе. Да. Значит, будут железно. Да. Найти нормальную работу, чтобы график был хороший, чтобы платили нормально. И, естественно, новые носки, правильно? У меня есть носки. Я носков. Наверное, прочитать еще больше книг, чем я сделал за этот год. В этом году много книг прочитал? Относительно немного, штук 20. Хочу, чтобы было в 2 раза больше, то есть 40. Красавчик. Я решила учебный год закончить без троек, ВПР сдать без троек. Бросить курить планирую. В будущем году? Да. 1 января или? Скорее всего, 1-го. Я не знаю. Бросить курить-то это легко, но на самом деле это очень тяжело. Зависит от обстоятельств. Смотря какой будет 1 января. Смотря какой еще 21-й год будет. 21-й это очко, так что. Может не получиться. Так.